390 хворих на 100 тисяч населення. Така тенденція прослідковується в Дніпропетровській області протягом десятків років. Приріст онкологічних хворих в Україні 1,5-2% на рік, не більше. Це загальносвітова тенденція, зазначають лікарі. Майже половина хворих, на жаль, помирають. Лікарі пояснюють, люди недостатньо уважні до свого здоров'я. Лікувати починають уже запущену стадію хвороби. Не менша проблема – самолікування. Дуже часто в соціальних сетях люди находят варианты лечения своих заболеваний и используют эти средства, доводя тем самым свое состояние до того, что уже, к сожалению, специальное лечение в нашем учреждении мы не можем предложить, так как любое специальное лечение онкологической патологии – это серьезные методы, и чтобы их пройти весь этот путь комплексного лечения, у пациента должен быть запас сил, которые они растрачивают, к сожалению, на лечение тем, что не поможет. Один із найбільших міфів, зазначають онкологи, нібито якісно вилікувати рак можливо тільки за кордоном. Місцеві фахівці з таким твердженням абсолютно не згодні. На самом деле это не так, потому что мы общаемся с коллегами из Германии, и из Израиля, и меняемся опытом, и применяем одни и те же методики лечения, и вообще работаем согласно мировым стандартам на сегодняшний день. Наша область, в общем-то, находится на передовых позициях по оснащению для лечения онкологической патологии. Есть мировые стандарты лечения онкологических болезней. Они не отличаются от Днепропетровска, Киева, Берлина, каких-то израильских клиник. Это международные протоколы лечения, согласно которым пациенты имеют возможность получать лечение. И по этим протоколам лечение проводится. На ранніх стадіях, зазначають онкологи, пухлини можливо виявити і впливати на них. Закликають не ігнорувати новоутворення ні на шкірі, ні де-інде. Звертатися до лікаря і обслідковуватися раз на рік. Є ряд несложних правил, які стоїть соблюдать, чтобы либо никогда не столкнуться с этой патологией, либо вовремя ее выявить, получить необходимое лечение и оставаться здоровым и трудоспособным человеком. Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, профилактическое лечение хронических болезней – это то, чем должны заниматься наши уважаемые жители области Украины. Пані Наталя – пацієнтка онкологів із 2015 року. В неї виявили рак молочної залози, тоді ж і прооперували. Наразі павлоградка лікується в Дніпрі від певних ускладнень. Радить усім не зволікати. Це був дуже шок. Цей стрес всі це переносять. Як тільки узнала, звісно, сльози на очі, не могла ні говорити нічого. Это все очень тяжело, потому что это все вначале услышать, это шоковое состояние. Ну, потом, конечно, уже свыклась, смирилась, много, конечно, плакала, но надо жить дальше, надо продолжать. Ради детей, ради будущего надо жить и бороться с этим. Крилобережний Андрій Гречников, Олександр Височин. Новини 9 каналу.